ما هو التوحيد؟ Что такое توحيد единобожие؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Единобожие توحيد это признание исключительности Аллаха в отношении тех вещей, которые присущи только Ему. Это господство рубубия, это божествление, аллилуйя, это божественные имена и атрибуты. نعم. أنواع التوحيد إذن ثلاثة. Значит, у нас есть три вида таухида. Таухид ар-рубубия. Первый это таухид ар-рубубия, таухид в господстве. Хуа ифрад Аллах субхана ва тааля би афаали. Это признание единственности Аллаха субхана ва тааля в отношении его деяний. Ифрад Аллах субхана ва тааля бил халк, аннаху аль-халик. Признание того, что Аллах субхана ва тааля единственный в сотворении, он творец. Ва ар-ризк. И то, что он наделяет. Ва ат-тадбир, аннаху алли даббира аль-амр субхана ва тааля. Его единственность в управлении миром, он, который управляет всем. Шуун аль-ибад биадиллах субхана ва тааля. Все дела людей, они в руках Аллаха. Наам. Аль-кисм ат-тани мин ат-таухид. Второй вид таухида. Таухид аль-улухия. Это таухид в обожествлении. Хуа ифрад Аллах субхана ва тааля биль-ибада. Ла юбад илля Аллах. Это признание единственности Аллаха субхана ва тааля в праве на поклонение ему. Наам. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Третий вид таухида это таухид имен и атрибутов. إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Это признание единственности Аллаха سبحانه وتعالى в обладании его именами и атрибутами. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Мы должны признавать, подтверждать все, что подтвердил в отношении себя Аллах и его послание. ينزه الله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. И мы отдаляем Субхана ва Тааля от недостатков. Не может Всевышний Аллах быть подобным творением, которые являются несовершенными. Мы не задаем вопросы, мы говорим, мы уверовали и подтвердили и предались. Потому что Аллах Субхана ва Тааля, у него имена и атрибуты, которые подобают ему.